Предприятиям российского агропромышленного комплекса приходится сегодня несладко. Санкции, антисанкции, высокие цены на семена, удобрения ГСМ, недоступные кредиты, минимум субсидий и максимум контрольных проверок. Но в самом незавидном положении оказалось уникальное учебно-производственное предприятие – Яхромский аграрный колледж. Дело в том, что его статус бюджетного учреждения, относящегося к Министерству образования, не дает возможности колледжу брать кредиты в коммерческих банках. А кредиты нужны для начала посевной кампании, закупки техники и семян. И все же Яхромский колледж сохранил почти весь свой потенциал и остается чуть ли не единственным учреждением в России, где студенты получают не только теоретические, но и практические навыки. Вместе с главным агрономом Яхромского аграрного колледжа Юрием Подчасовым первым делом отправляемся на Яхромскую пойму, где кипит работа. На этой карте сезонные рабочие из Кинешмы старательно пропалывают капусту. Из-за жары и дождей сорняков в этом году много. Химия на капусте не помогает, поэтому рабочим приходится заглядывать под каждый капустный лист. Норма выработки в среднем около 500 рублей. Наиболее трудолюбивые и активные делают в смену 2-3 нормы. Поработав на прополке, рабочие приступят через пару месяцев к массовой уборке овощей. Работа в Ивановской области есть, но ее мало и она низкооплачиваемая. Вот и тянутся к нам на подработку. Переезжаем с Яхромской поймы на поле, расположенное за Синьковской плотиной. За перелеском открывается неописуемая красота. На огромном поле колосится ячмень, а по соседству желтый клевер горчицы. Эту культуру в советское время агрономы использовали в качестве удобрения, борьбы с сорняками и насекомыми-вредителями. Семена горчицы сеются в апреле-мае, а когда она зацветает, растения запахиваются. Выращивание горчицы, как сидератной культуры, это очень давняя история. Мы этим занимаемся тоже очень давно и не прекращаем заниматься, потому что считаем это очень выгодным. То есть технология, она очень простая. Сеется горчица, по достижении фазы цветения она запахивается. Здесь получается несколько плюсов. Во-первых, горчица своими корневыми выделениями борется с сорняками. Вы, как видите, ни одного сорняка не было, ни одной гербицидной обработки здесь не было. Во-вторых, она борется с болезнями, тоже с очень большим количеством, ну и с некоторыми вредителями. Запахивая горчицу, мы получаем где-то 20-25 тонн, как бы сказать, в пересчете на чистый навоз удобрения под озимую пшеницу. Поскольку удобрения минеральные на сегодняшний день достаточно дороги, то есть мы убиваем двух зайцев. Дешевое удобрение получаем под озимую пшеницу. Все просто и гениально, да? Да, все просто. Это советские технологии, там в них очень много хорошего, и поэтому мы этого поддерживаемся. В этом году руководство Яхромского аграрного колледжа решило сохранить прежние объемы картофеля и овощных культур. Снижать площади невыгодно. Приоритет по-прежнему отдается традиционным культурам – капусте, моркови, столовой свекле. Все гибриды европейской селекции, даже клубни картофеля, и то импортные. Мы ничего не сокращали, хотя зимой были разные мнения. Особенно нас, конечно, подталкивало к сокращению площадей это цены на семена овощных культур, цены на удобрения, цены на средства защиты, которые подскочили очень сильно. Но потом мы пришли к мнению, что сокращать посевные площади, ну, не очень хорошо и не надо этого делать. Поэтому у нас осталось все в прежнем объеме, в том же объеме, что и было. Это картошки 500 гектар, это моркови 70 гектар, это свеклы 200 гектар, капусты 170 гектар. Ну, кроме того, у нас большой, достаточно большой зерновой клин. Это 340 гектар озимой пшеницы и 110 гектар ячменя. Кроме того, у нас многолетние травы, порядка 630 гектар, поскольку у нас животноводство еще осталось. Ну и также занимаемся занятыми парами, сидератами.
Хорошо, что техника своя. Например, вот этот трактор «Торион» мощностью 200 лошадиных сил. Питерский завод «Агротехмаш» совместно с немецкими коллегами с 2002 года разрабатывает довольно неплохие колесные тракторы «Торион» различной мощности и назначения. Вся начинка импортная, но собирается у нас в России. Есть, правда, у нашей сборки мелкие недоделки, но цена «Торионов» значительно ниже конкурентов в лице американских «Джон Дир». По производительности, по качеству он не уступает абсолютно другим импортным тракторам. Ну, в некоторых позициях я бы даже сказал лучше, потому что по проходимости он гораздо лучше, чем «Джон Дир». То есть в грязь он картошку копает быстрее, качественнее и надежнее, чем «Джон Дир». Но сегодня важно не только вырастить картофель и овощи, но и выгодно продать их. Сегодня российский рынок – это хаос. Закупочные цены меняются каждый день. Скупщики в лице кавказцев и сетевых ритейлеров стараются сбросить цены до минимума. В связи с введенными нашим правительством антисанкциями, доступ на наш рынок иностранной продукции закрыт. Увеличился поток овощей и фруктов из южных регионов России. Они своими низкими ценами демпингуют наших подмосковных производителей. Поэтому Яхромский аграрный колледж выбрал для себя оптимальный вариант. Сбыт продукции осуществляется проверенным клиентам, небольшим оптовым базам и розничным продавцам. С большими сетями колледж не работает, так как у них очень высокие требования к упаковке и качеству корнеплодов. Рынок все-таки насыщен еще и импортом. И хотя мы говорим, много говорим об импортозамещении, хотя во многом я этого термина сегодня не воспринимаю только по той причине, что замещать нам некого. Мы все время занимались этим, и создано было это хозяйство именно с целью производства овощей и картофеля. Ни о каком замещении речи не было. Это нас немножечко заместили. Вот. Но сегодня мы будем активно работать и будем восстанавливать утраченные некогда позиции, утраченные искусственно. То есть это было сделано, может быть, даже намеренно, может быть, даже с целью сократить, а может быть и уничтожить хозяйства, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Вот. Но сегодня мы почувствовали, что политика меняется. Появилась все-таки риторика о том, что прежде всего надо обеспечивать продуктами питания отечественного производства свое население. Вот поэтому определенные надежды у нас появились. Яхромский колледж, пожалуй, действительно единственное предприятие в России, которое дает студентам возможность закрепить полученные в аудиториях знания в поле за рулем трактора. Преподавательский состав и учебно-производственная база сохранены, а значит, нужно возрождать былую славу колледжа. Ведь в нем в 70-е годы прошлого века проходили обучение 2500 учащихся 34 национальностей СССР. Были открыты специальности агрономия, зоотехния, гидромелиорация, механизация и электрификация сельского хозяйства, агрохимия. Сегодня для привлечения студентов в колледже открываются новые специальности. Мы учитываем и потребности рынка, открываем новые специальности, которые сегодня востребованы, особенно вот я считаю, своевременно мы поступили, открыв специальности хранения и переработка продукции. То есть то, что сегодня требуется для хозяйств. И потребности производителей, хотя мы тоже являемся сегодня одними из крупнейших производителей в Московской области, вот, но нам они понятны, нам они ближе, и нам не надо объяснять, что сегодня требуется для нашего сельского хозяйства и, в частности, для сельского хозяйства Московской области. То есть мы целенаправленно готовим специалистов для именно агропромышленного комплекса нашей области.
Жаль, что Яхромский колледж полностью лишен государственной поддержки. Он не получает субсидий, не может взять кредиты. Нет у него никаких льгот и по оплате коммунальных услуг. Такова плата государства за высокие урожаи и красные дипломы механизаторов. Очень хочется пожелать этому учебному заведению высоких урожаев и большого количества студентов. Его успех – это успех всего агропромышленного комплекса, ведь без квалифицированных кадров наше сельское хозяйство не будет конкурентоспособным.